Всем большой-большой привет! Наконец-то зацвела моя вот такая красоточка эквестрисная. Или красавчик. Так, вот. Вот такая прелесть. И это у нас вот тот самый, Бирочка, к сожалению, очень грязная, Phalaenopsis эквестрис Alba Yellow Lip, который почему-то наделал много шума среди людей. Все так задумались. На самом деле это обычная Phalaenopsis эквестрис Aurea. Но некоторые азиатские поставщики очень любят писать название в зависимости именно от цвета лепестков, цветка, и потом еще приписывать словами какую-то особенность губы. Например, так появился Phalaenopsis эквестрис Blue Lip, вот, собственно, Phalaenopsis эквестрис Alba Yellow Lip, иногда он идет просто Phalaenopsis эквестрис Yellow Lip. Но это Aurea, но от этого она не менее прекрасна. Мне очень-очень понравился этот цветочек. Он смотрится достаточно крупным, ну, как белые цветы, они всегда смотрятся гораздо крупнее. Кстати, об этом у меня есть пару роликов по эквестрисам. Я в описании оставлю ссылочку на последний такой ролик. Посмотрите. И мне очень понравилась насыщенность желтого цвета. Он не неоново-желтый, как у моего предыдущего цветочка от другой Aurea, а такой вот немножко, видите, более теплый, другой оттенок желтого. И форма губы тут удивительная. Она не круглая, она не овальная, вытянутая. Она квадратная такая, лопаточка. Лопаточка на конце с таким интересным кончиком. И еще мне очень нравится, что кончик губы не прокрашенный и так вот неровненькой линией, а волнами. Очень интересно, живописно смотрится. И очень темный калус с ярким таким крапом. Вживую он оранжевый, но на видео, я смотрю, он более в коричневый уходит. Замечательная маленькая прелесть. Я в жутком восторге, я в предвкушении, это вот только распустилось. А тут еще впереди много-много цветочков. Ой, обалденные, очень люблю находить вот эти разности и тонкости. Очень рада, что у меня много Aurea, потому что у одной Aurea у меня круглая губа, такая даже на вид пузатенькая, выгнутая, объемненькая. А вот у этой, конечно, замечательная лопаточка, такой квадратик, очень интересный. Ну, я без ума от Phalaenopsis эквестрис, поэтому мне так интересно за ними наблюдать, рассматривать. Я так сильно восторгаюсь. И, конечно же, у меня тут же появилось желание нарисовать это чудо и сделать себе подборку таких иллюстраций, рисуночков, где изобразить разные вариации именно формы губы у эквестриса. Вот такое вот чудо. Думаю, это будет интересно. Наверное, все-таки нарисовать и отдельно сами губки с калусом. И уже потом цветочки с этими губками. Да, вот так вот. Вот так вот одно хобби тянет за собой другое, толкает. Это очень-очень круто. А насчет запаха. Запаха у эквестриса этого нет. Хотя иногда, да, действительно встречаются эквестрисы с запахом, который может уловить наш человеческий нос, скажем так. Но я люблю этот Phalaenopsis далеко не за запах. И, конечно же, его прелесть в том, что когда это сильное взрослое растение, которое давно к вам привыкло, это пышные цветения, как сирень, когда вот эти вот цветоносы, ветки цветоносов, все усыпаны цветами, особенно когда цветоносы разветвленные, когда их много, а эквестрисы с возрастом, с адаптацией к вам очень-очень любят давать много цветоносов, очень любят их ветвить, очень любят давать деток, цестись деток. На самом деле, немножко терпения, несколько лет рядом, и у вас будет неимоверная феерия цвета. Да, вот такой портретик. Не будем с вами затягивать видео. Показала я свою красоточку. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать видео. Досматривайте видео до конца, там появляются полезные ссылочки на другие видео, на плейлисты. И, конечно же, заглядывайте в описание, там очень-очень много всего интересного. И там ссылочки на мои различные паблики, Инстаграм и ФБ. И заглядывая туда, будет много фотографий, много разных таких материалов, которые в видео не попадают, потому что это слишком долго или, наоборот, слишком коротко.
А еще там вы можете посмотреть, ну, например, вот чашечки с эквестрисами я выпустила. Всего 30 штучек, ограниченный такой тираж. 30 чашечек. Уже 10 чашечек нету. Очень быстро за один день все разлетелось. И больше выпускать я такие же не буду. Так что такой маленький эксклюзивчик для тех, кто следит за моими соцсетями, за моим ютубом, для любителей эквестрисов. Но дальше будут еще чашечки с другими орхидеями, с моими иллюстрациями. Так что ждите, такая маленькая саморекламка. Ну что ж, и на этом веселой, на этой улыбающейся ноте я буду заканчивать. Всем огромнейшее спасибо за просмотр и всем солнечных дней и пышных цветений. Пока-пока.